переехали на Двугорье. Ну чего, будем здесь на лыжах? Да. Вот наконец-то спустя 9 лет мы снова на Двугорье. Последний раз мы здесь были в марте 2008. Какая беда? Вот мне какая беда. С виду нормальный, а так вот. Уже отдохнул. И теперь будешь снова на горках кататься? Снова на горках кататься. Понравилось тебе большой горки? Да. Чего вы едут? Время скользкие, как будто бы. Как понять, что это поколение.